масло алоэ. Наношу на кончики. Привет! Сегодня у меня очень романтичное настроение. Я даже поставила вон аромапалочку и свечку. Мне очень нравится. И оно у меня еще такое слегка восточное, потому что я сегодня буду показывать рецепт восточных красавиц. Почти самое популярное масло в Индии. Это масло амлы. Я сделаю из него маску для волос. И еще покажу, как его можно обогатить. То есть я буду наносить не просто масло амлы на волосы, а кое-что в него добавлю. Ну что, давайте я этим и займусь, а вы смотрите и запоминайте. Значит, мне понадобится тарелочка, в которой я буду непосредственно делать замес этой маски. И я беру, открываю масло и добавляю сюда 5 столовых ложек. Все, 5 столовых ложек. И я добавляю сюда 10 капель витамина Е. Этот витамин продается, я думаю, в любой аптеке. Заходите, узнавайте. Найти его очень просто. 10 капель. И также к маслу и витамину Е добавляю 5 капель экстракта алоэ. Тоже натуральный экстракт, вытяжка из алоэ, без ничего, без всяких там разных вредных примесей, то, что надо. Теперь остается перемешать, я это сделаю руками, потому что масло я тоже буду наносить на кожу головы и волосы руками. Все перемешала, и теперь непосредственно перехожу к нанесению. И я всегда начинаю наносить маски с маслами, а это мои любимые маски, с корней и кожи головы. Вот так беру, окунаю туда пальцы, делаю такое зачерпывающее движение, чтобы не проливалось, растираю между руками и начинаю наносить на проборчик. Делаю такими загребающими движениями от лба к затылку. Опять. И так наношу на всю кожу головы и на корни. Кстати, хочу сказать, обязательно читайте этикетки и узнавайте в интернете о производителе масла амлы, если вы его покупаете в магазине. Потому что очень часто в такие баночки добавляют продукты нефтепереработки. И обязательно спрашивайте у продавцов, нет ли там примесей, чисто ли это масло. Узнавайте, если не доверяете в интернете, потому что те продукты, которые добавляют, вообще это ужасно для кожи головы, для волос. Ни в коем случае не наткнитесь на такое масло. Вот у меня масло фирмы Dabur, вот именно в таком объеме. Я проконсультировалась, это чистое масло, без разных примесей, и вот, посмотрите, тут написано ингредиент, масло амлы. Вот, и все. Как только я уже слышу, что я нанесла на всю кожу головы, я беру расческу, у меня эта расческа, как вы знаете, уже от Tangle Teaser. Я всегда пользуюсь видео и начинаю распределять масло по всей длине, начиная от корней. Значит, почему я делаю так? Потому что так мы делаем еще и массаж головы и помогаем распределить дальше. Конечно, мы еще будем наносить отдельно на кончики и на всю длину. Но таким образом получается, во-первых, экономнее, во-вторых, равномернее и лучше распределяется по волосам масло. Перебрасываю, как будто баскетболистка. И как только вы слышите, что все уже ничего не распределяется, начинаем продолжать наносить на всю длину. Опять берем, делаем ручной черпак и наносим на всю длину, потом тоже будем прочесывать. Эти масла пахнет очень приятно, обожаю маски с маслами. Чаще всего я делаю маску с кокосовым маслом.
Но вот это масло одно из самых любимых для волос. Масло Амлы. И перебрасываю опять. Баскетболистка в действии. Уже такое ощущение, что я попала под тропический дождь. И у меня волосы мокрые, да? И как будто я хожу из пальм и с мокрыми волосами. Так всегда у меня почему-то такая ассоциация, когда я наношу масляные маски, волосы становятся такими лианами. Каждая прядка отделена, как вы видите. Как будто у меня волосы попали. Волосы попали. Как будто волосы приходят ко мне с утра. О, привет, мы пришли к тебе, и мы тут попали под дождь, знаешь? Я с волосами попала под дождь, да? И они стали лианами. Интересно, у меня ассоциации, конечно. Опять перебрасываю. Уже почти промазала все волосы. Осталось немного, и всегда я завершаю промазыванием кончиков. Я беру масло и непосредственно наношу на кончики. И на те места, где у меня больше всего посечены волосы. Это вот эти вот волоски возле лба. И с другой стороны. Они короткие, теребятся больше всего. И в детстве я когда-то взяла и вот так вот обрезала прядь. Делала сама себе прическу. Поэтому у меня сейчас здесь не очень длинные волосы. Ну, это даже прикольно. Ну что, все. У меня еще немножко масла осталось. Теперь я опять начинаю прочесывать, начиная от корней по всем волосам. Распределяю хорошо масло. Я никогда не расчесываю мокрые волосы, потому что это вредно для волос. Они, когда мокрые, очень подвержены травматизации. Но когда я делаю маски с маслами, наоборот, я их обязательно расчесываю, чтобы хорошо распределить масло по всем волосам. И когда они жирные, то есть в масле, ну понятно, что не в жире человеческого тела, а в масле, они наоборот поддаются очень круто расчесыванию. Посмотрите, они как... Они как ламинированные получаются в масле. Мне очень нравится, когда мои волосы в масле. Они такие послушные. Они такие податливые, и ощущение, что у них кайф. Они на спа-процедуре, и они отбросили все свои заморочки в плане того, что нужно пушиться, нужно реализоваться. Они просто расслабляются. Все, я сделала, и теперь я, как всегда, после нанесения масла прохожу по голове, я сейчас сяду, легкими движениями рук. Прохожу и делаю небольшой массаж. Начинаю от лба к затылку по верхней линии, потом прохожу немножко сбоку и туда к шее направляюсь. Виски тоже массирую. Массирую дальше голову, за ушами обязательно. Прохожу, короче, всю голову такими легкими круговыми движениями, только ни в коем случае не трите сильно и ни в коем случае не вот так вот, прям ногтями впиваясь туда до кровищи, чтобы она лилась, а аккуратненько подушечками пальцев приложили и массируем легонечко, никакой агрессии, волосы не любят агрессию. Вот. Очень приятно. И так я массирую примерно минуту, может, три. Все, и в конце опять прохожусь расческой. И завязываю волосы в гульку. По поводу того, сколько эту маску держать на волосах. Нужно держать минимум час. Но я буду держать всю ночь. Постелю на подушку полотенце, лягу, распущу волосы, аккуратненько их положу, чтобы ничего не запачкать. И потом утром смою, как обычно, шампунь и бальзам. После масляных масок я намыливаю голову шампунем два раза. Ну, чтобы волосы потом не были промасленные где-то в глубине, да. Если они у вас густые, то обязательно намыливайте несколько раз волосы.
Встретимся завтра, я покажу вам результат, расскажу свои впечатления, то, какие после маски волосы будут, и покажу вам, конечно, волосы во всей длине. Ну что, увидимся? Я спала всю ночь с маслом амлы на голове, и у меня уже волосы высохли. Я их утром помыла, 2 раза намылила шампунем, обработала бальзамом, и они у меня, как вы видите, уже сухие. Мне очень нравится результат от этого масла. Это, как я уже говорила, одно из самых хороших масел для волос. Обязательно купите масло амлы и попробуйте сделать маску для волос с ним. Спасибо, что вы смотрели это видео. Ставьте лайки и пока!